Всем привет! Сегодня 3 марта 2020 года. С вами Дмитрий из Орла. Вот решил снять небольшое видео. Не бог весть какое. Просто стадион центральный имени В.И. Ленина. Зайду внутрь и посмотрю на трибуны сверху. Помню, в детстве я как-то ходил сюда заниматься. Вот так же забежал по откосу с травой. Посмотрел сверху вниз на трибуны, на поле. И то, что я увидел, мне понравилось. Ничего особенного. Просто как бы детское такое воспоминание. Вот такой вот стадион у нас. Фигуры медведей, единороги. Там бассейн, футбольное поле главное. Занимался я в бассейне, а в трибунах была расположена тогда секция велоспорта Архипова и Осминкина. То есть тренеры были. Ой, не Архипов, а Осминкин. Подождите. Как-то Архипович. Виталий Архипович, по-моему. Осминкин. И второй еще Кубышкин. Но я в Осминкин занимался. Вот. Такие трибуны. Вот сейчас мы. Вот. Вспомнил. Аркадий Архипович. Осминкин, мой бывший тренер по велоспорту. И был еще там тренер Кубышкин, с нами тоже. Его ребята занимались вместе с нами иногда. Летом катались за городом, по Новогорскому шоссе ездили, на соревнованиях выступали. А зимой крутили станки, купались в бассейне, играли в футбол. В так называемой бутылке. Надувной, такой футбольное поле надувное было. Вот. 2 тренера, значит, у нас было. Кубышкин и Осминкин. Я занимался у Осминкина. Вот такой стадиончик у нас. В городе Орле. А там я уже в предыдущем видео снимал. В 94 году начали строить теннисный корт, но финансирование прекратилось. И вроде как сейчас оно возобновляется. Ну вот, собственно, и все. Всем пока.